Бля, тут какой-то мужик медведя пиздит. Какого черта? Медведь, дай пизды ему. Быстро, медведь. Давай. Колян танцует лучше всех. Стой, не вызывай ментов, Сукин ты сын. Ебучий ты Old Spice. На коне приехал и людей задавил. Тебя арестовать надо, не меня. Бежим, бежим. Нет. Ух. Сука, хватит пиздить медведя, пидор. Колян танцует лучше всех. Так, бля. Блядь, отъебись. Нет, не подходи ко мне. Блядь, грёбаные ботинки перестали работать. Нет. Твою... Мы арестованы. Сука, я тебя топал когда-нибудь бью. Я хотеть позвонить. Ой, господи, тут ФСБшники. Все, я звонить. Ну, нихера. Твою мать! Тупая девка! Тупой коп! Это будет победный раунд, я себе гарантирую, я себе обещаю. Женщина, схерали вы дотянете? Бам, блин! Юху! Давайте, я жду вас. Очередь на бесплатную апелляцию. Апелляцию всего тела. Первая и вторая. Приходите еще. Удачи. Эти парни пыли темью, ёб твою мать! Диджея разорвало! Остался только ты, мужик. И все. Санитара не трогаем. И лошадь тоже. Все. This is win. Юху! Заебомба. Где ты танцевать будешь? Ну да. Посредине сцены. Почему бы и нет? Лес. Падение в дикий водоворот. Природа может, когда хочет, вернуть даже самые пропавшие умы обратно на землю. И вскоре после резни на лесопилке, наш психопат отправился в мир по своим делам. Мистер Вест, наверное, стоит отойти от клише повествования. Это же не история про Нарнию. Как понять его мотивацию сделать это в лесу? Может, он хотел быть ближе к природе? Может, просто я устал убивать, или просто хотел почувствовать себя ближе к своим жертвам? Все, что я знаю, это то, что когда полиция начала обыскивать округ, они ничего не нашли. Это была глубинка, безлюдное место. Было бы странно, если бы он умудрился уйти далеко. Было бы только одна возможность, было только одно объяснение. Ему удалось уехать отсюда. Вы думаете, он сам мог вызвать скорую? Но в этом есть смысл, не так ты? Обмазать себя кровью с места преступления. И медики вряд ли будут разбираться, откуда на нем эта кровь. Примут за жертву, он ранен. Значит, ему нужна срочно карету. Конечно, эта жертва дышала уже слишком хорошо, к их несчастью. Я думаю, что теперь они могут добавить новый пункт в справочник скорой помощи. Никогда не давать наркотики психопатам. Оу, фак! Я иду по твою душу, ковбой. Здравствуй, шизоид. Это можно будет строить. Ты первый. Второй, быстрее! Все. О! Ля! Чувак! Не забудь захватить с собой пиво, когда будешь здесь в следующий раз. Идем. Ты пошел нахер! Я тебя сам сломаю! Иди сюда, жопа вонючая, говно собачье, мать твою! А, вздумал ко мне лезть, ну иди сюда, застранец, сука, бляха-муха. Иди сюда. На, бля. Здравствуйте, господа. Это шоу «Умри или умри»? Я ваш главный ведущий, чувак в маске. Люди, вы хуй на блюде. Они утонули. Они на самом деле утонули, не смотрите, что там кровь. У них просто, как сказать тебе, кровь из жопы пошла после смерти. Мне нужно вызвать копов. Не, тебе ничего не надо. Они просто утонули. И ты тоже утонул. Ты задохнулся воздухом. И ты стой! Что ты на меня смотришь, падла? Что ты, блядь,
Ты меня подставить хотел? Ты хотел меня подставить? Ты хотел меня подставить, падла? Сейчас дядя полицейский уйдет, и в твоей маленькой-маленькой попке окажется остренький ножик. А теперь держи. Ты ебан, сука. Ты ебан, я сказал. Все, пошли, погнали танцевать. Только танцы, только хардкор. На протяжении следующих нескольких недель его работа шла очень продуктивно. Как я понял, его опыт с приемом наркотиков полностью снес ему крышу. Его невозможно стало остановить, и в итоге ответственность полностью потеряла доверие к полицейским. Ну нет, они уже давно потеряли всякое доверие и к власти. Теперь люди собираются в специальные группы и выходили на улицы в поисках маньяка. Он даже имел последователей, группу людей, которые восхищались его убийствами, видели в этом такой себе постоянный человеческий утопии. Построение человеческой утопии? Просто не могли оставить все так, как есть. Красивый артик. Напряженка. Под мешок говна в чан, давайте. Видимо, чан с говном вообще как... Говно! На вкусах земля. Пацаны, только ко мне не идите, пожалуйста, вы ж меня спалите. Я устроил апокалипсис. Всем человек, а я просто стою еще на месте. Все умирают, все не успевают дойти до телефона. Люди с ума сошли, они уже друг друга избивают. Что за человек померло? 17. Я просто в пунш говна добавил какого-то. 19. Когда вы успеваете дохнуть? Сейчас будет 30-й походу. Тут чувака подозревают, который танцует. Пизда тебе. Я тут бешеный байкер. Тихо, не подходи ко мне. Кусок говна. Нет. Кусок говна. Ща, ты думал меня трахнуть? Я сейчас сам тебя трахну. Иди сюда, на низ, чертов, будь ты проклят. В смысле, чё ты? Как это работает? Чего на меня-то наагрился? Что я тебе, какое тебе плохое зло сделал? Диджей, остался только ты. Прости, но ты опять ебан. Давай, танцуем бунш-пунш. Кто помнит, тот, кто смотрел, тот понял. Танцуй. Ёпт, это ГГшка. Без маски, его колбасит, у него лицо, это... От периметра уходит. Чувак! Что было за наркота? Говори быстро, ублюдок! Ребят, это вам подарок! Не-не-не-не, хрень тебе, а не задница. Ё-моё, ФСБшники, ещё сватовцы приехали. Ну знаете, мне кажется, на этом полномочия. Этой вечеринки уже всё. Вперёд! Красавцы, молодцы! Комсомольцы, вообще! Да всё? В смысле? Повалили пару ребят и уехали? Серьезно? А как же ваше рвение помогать мне? Как понимаете, я не смущаю труп посреди дороги, да? Ау. Я рассчитывал не на это, но тоже неплохо. Тут еще одно тело. Чувак, не хочу тебя расстраивать. Ты главный подозреваемый на данный момент. Тебе ничто уже не спасет. Копа, нам нужно вызвать копов. Опять какой-то чувак. Почему это что? Рыжий это крайние. Тот чувак был рыжий, теперь этот чувак рыжий. Крайние рыжие. И ты еще. Чё? Троеточие. Осталась кучка идиотов. Офицер, вы должны это увидеть! Да офицеру вообще насрать. Офицер работает на полставки.
вы не собираетесь никуда уходить? Копы, нужно вызвать копов. О май гад, был. А может не надо? А? Телефон же! Только, сука, один. И он там, да? Так, пацаны, есть три стула? На одном Зевсе сидит, на другом девочка, а на третьем байкер. Есть четвертый. Он без пих точёный, без хуёв дрочёный. На нем сижу я. Танцуем, детка. Соси. Мы уже подходим к концу истории, не так ли, Джон? Группа его гнусных последователей, они называли себя убийцами вечеринок. Сказали, что несколько часов начнёт... Через несколько начнёт... Короче, начнётся вечеринка. Вы слышали о вечеринке как раз вовремя, чтобы поймать его... Я прав? Я надеялся его поймать. Каков был ваш план? Какой вы последний раз столкнулись с этим человеком? Удача явно была не на вашей стороне. Я точно знал, что я должен сделать это. Было просто ясный, его нужно было остановить. Когда офицеры будут расследовать это дело. Свидетель. Убийца был одет в белую маску, у него были черные волосы, фиолетовая рубашка и фиолетовые штаны. Офицер полиции, когда увидел все трупы одинаковых приметов. Твою ж мать! Еще 22 человека. Это, наверное, еще одно самое быстрое убийство. Вроде как последнее. Нет! Бир, падла, тут два телефона. Бир, на тебя. Поганка. Ребятки, вы следующие, осталось вас двое. Тише, полисмен, давайте не будем, давайте не забудем. Я ж никого не вбываты. Я ж самый обычный косплеер, как и все здесь. Подражатель. Хотя удивительно, почему вы этих подражателей краски не арестовываете? И почему эти подражатели не могут понять, что я здесь, потому что здесь трупы. Это логично. Дебилы. Просто дебилы. Дядя негр, умрите. Это не расизм, но просто умрите. И ты тоже. А теперь диджей. Опять ибан. Погнали танцевать. Последний раз, как я понял. О, да-да-да. Ну надо же, да, чтобы все смотрели на твои танцы. Да-да-да-да. Красавчик. Вообще, самый красивый в мире парень. Ну. Скажи мне, Джон, ты нашел там то, что ты искал? Черт, это ты мне скажи, Дариус. Знаешь, Джон, мы не особо отличаемся друг от друга. Ты и я. Ты можешь называть себя добросердечным, а меня вредным ублюдком, но ты же действительно никогда не пытался меня остановить, не так ли? Ты говоришь так, как будто я имел выбор. Джон, ты всегда имел выбор, ты знал это. Ты не так слаб. Позволил мне все это сделать, Джон, а теперь ты хочешь оправдать себя. Смыть всю кровь со своих рук. Это мы убийцы, это все время общались с убийцей, да? Нет, я не такой, как ты. Ну же, Джон, рано или поздно ты признаешь себя в этом. Ты не наслаждаешься этим действием. Даже как и я. Брызги крови. Тишина. Просто я имею в виду, действительно ли они заслужили все это. А здесь вокруг, Джон, мир утопает в собственном дерьме. Все эти люди даже не представляют, как им повезло. Мы же сделали им одолжение. Мы все это время общались с убийцей. Но я... Джон, последние полчаса ты пробыл здесь и пытался убедить себя в том, что все это мы делали. Было неправильно. Я думаю, кто-то должен думать о глобальных проблемах. Ну же, Джон, ты же понял меня, смирись с этим. Хорошо, Дариус, пошли домой. Дариус, это его маска? Я не понимать.